Приготовить вкусный обед для всей семьи очень просто. Сочетайте фасоль и гречку, чтобы получился необычный гарнир для ваших родных. Гречка с фасолью – это отличное решение, чтобы вкусно накормить всю семью. Полезный и питательный гарнир понравится всем без исключения. Необычное сочетание гречки с фасолью вам непременно запомнится. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. Подготовьте продукты по списку. 2. На ночь замочите фасоль в воде комнатной температуры, так фасоль быстрее сварится. 3. Утром фасоль промойте, сложите в кастрюлю и залейте чистой водой. Водой уйдет примерно 300-400 мл. Варите 40-45 минут. Фасоль станет мягкой и немного рассыпчатой. В конце варки фасоль посолите по вкусу. Если осталась вода после варки, слейте ее. 4. Пока варится фасоль, отварите гречневую крупу. Вскипятите 400 мл водой, всыпьте гречку, немного соли и варите на умеренном огне 20-25 минут. Гречка разварится и станет мягкой, вся жидкость впитается. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. 5. Измельчите овощи. Морковку натрите на терке, а лук накрошите кубиками. 6. Разогрейте масло на сковороде и пассируйте овощи до мягкости в течение 4-5 минут, периодически помешивая. Кроме морковки и лук всегда можно добавить и другие овощи, например, помидоры или кабачки. 7. В сковороду к овощам всыпьте фасоль и гречку. 8. Перемешайте и тушите все вместе на медленном огне 4-5 минут, можно поперчить блюдо по вашему вкусу. 9. Подавайте гречку с фасолью к столу в горячем виде. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Обещанный список ингредиентов. Гречка – 200 грамм. Фасоль – 200 грамм. Морковь – 80 грамм. Лук репчатый – 80 грамм. Масло растительное – 30 мл. Вода – 800 мл. Соль – по вкусу. Перец черный – по вкусу. Количество порций 3-4. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. До встречи на канале!